В Южно-Казахстанском гуманитарном институте имени Мардана Сапарбаева появился новый учебный корпус. Пятиэтажное здание вмещает в себя десятки аудиторий. Здесь расположены две кафедры – юридических дисциплин и экономики. Также в новом корпусе расположился центр тестирования, в котором студенты сдают тесты на компьютерах онлайн. На четвертом и пятом этажах нового корпуса расположилось общежитие для иногородних студентов. Два этажа рассчитаны на 112 мест. Комнаты рассчитаны на 4 человека. Здесь же душевая и столовая. Новое общежитие дает нам возможность принять в стены учебного заведения больше студентов. Сейчас в нем 112 мест. Изюминкой института имени Мардана Сапарбаева является то, что все корпуса соединены теплыми коридорами, и студентам не нужно покидать здание. Также, не выходя на улицу, студент может посетить спортзал, плавательный комплекс или даже библиотеку. Студент первого курса Абасхан Сейдахметов – частый гость библиотеки при институте. Парень учится по специальности государственное и местное управление, и ему приходится немало читать. Абахан признается, что ходить между корпусами по теплым коридорам гораздо удобнее, чем по холодной улице. Это очень хорошо. Почему? Потому что в новом корпусе, допустим, первый, второй корпус, у них, как у нас, коридор, она теплая. Вот не нужно снимать, как вот студент вот взял, вышел из кабинета и пошел в другой корпус. Также спортзал у них, у нас как бы коридоры можно есть, и не проблема нам передвигаться. Институт обучает студентов по 15 специальностям. Это юриспруденция, финансы, вычислительная техника и программное обеспечение, переводческое дело, начальная военная подготовка, педагогика и методика начального обучения, казахский язык и литература, физическая культура и спорт, педагогика и психология, иностранный язык, учет и аудит, государственное и местное управление, туризм, дизайн и таможенное дело. ЮКГИ имени Мардана Сапарбаева находится по адресу улица Модели Кожа, 137.